Всем доброе утро, уже даже можно сказать день. Мы сегодня отоспались, отлежались, прям конкретненько. Вот я готовлю завтрак. Дома что-то ничего такого нет, решила приготовить кашу. Овсянка. Сейчас молочко закипит и будем варить овсянку. Хочу поесть, у меня еще есть мюсли, и туда насыпаешь. Ну, я как-то показывала уже такой завтрак, очень вкусный. Тем более масло я нормальное купила. Сливочное у нас теперь. Есть сливочное масло. Не могу понять, сколько 12 градусов. 3 градуса? О, 13. 13. Господи, я уже думала 3 градуса. Вроде бы пасмурно и не пасмурно. Цветы стоят, сейчас загораживают. Вот окна мои плачут, как всегда, от готовки. Угу. Нужно покупать эту... сушитель для воздуха. Я уже нашла его, и он уже там вроде опять со скидкой. Никак у меня до него руки не доходят. То дни рождения, тут скоро у мамы день рождения, и как-то все передвигается. А еще я вчера забыла добросовестно свои лекарства у родителей. На ночь не пила лекарства, утром не пила лекарства, нос тут нифига не дышит. Я пью Синупред и капли Ринофлоймацин. Очень классные капли. Они прям выбивают, мне кажется, вообще все там, все, что можно. Вот. Так что сейчас сварим кашку. Хочется поснимать, но у нас что-то место вот прям, чтобы поснимать, нигде нету. Надо идти куда-то далеко. Детям сегодня еще уроки делать. Еще нужно сходить найти самолетиков от клена. Вот этих. Не надо бежать. И завтра Варюхе на технологию нужны они. Вот как тебя делать, чтобы ты не убегала? Что это такое? Собралась бежать. Не надо. Варе завтра на технологию нужно вообще. Посмотри, сколько у него уроков. Завтра еще у него музыкальная школа. Так что будет завтра у нас веселуха. Я прям, мне кажется, переспала лишнего. Я проснулась, правда, еще, наверное, 10 часов было. Сейчас уже 11:30, наверное. Даже 12 доходит. Я не вижу время. И я столько времени просто пролежала. Мне неохота было вставать. Я так залипла что-то в телефон. Где масло? Секундочку. Масло какое-то купила. Вроде хорошее. Такой пачечки. Я уже на торт истратила. Торт всем понравился. Осталось там опять чуть-чуть. Так что... Что я говорила? Залипла я в телефон, в общем, просто так пролежала. Ничего не делала. Потому что какая-то усталость. Все равно за неделю вот это новый режим. Оставлю сейчас хлебушек, наверное, еще подсушу. И сделать хлебушек с маслом. Точно. Так что все, буду готовить завтрак. И будь здоровенько. И будем завтракать. Сейчас завтракать. Сварила я овсяную кашку. Варюшка, привет. Сделала хлебушек, подсушила, у нас есть масло, себе насыпала мюсли сюда, сейчас еще добавлю меда немножко, сварила кофеек и всем приятного аппетита. Мы тут собираемся с девчатами обедать, я такая молодец, помыла голову, погладила вещей немножко, поубирала из дома, там стирка у меня уже 3 раза постирала, с Никой позанималась, подстригла эту красотку, иди сюда покажись. Подстригла, намыла, она красоточка такая. Чистенькая такая девочка. Глазенки какие сделала. Так, девчатами. С Варварой сделали почти что уроки. Алена тоже делает. Будем кушать макарошки. И вчера шашлык еще остался. Мы с собой немножко взяли. Поэтому будем кушать. Отпариватель сейчас мучилась. Видать, накипь, и он вообще нифига не парит. Я его там уже промыла, прочистила, но результата пока, чтобы он прям сильно парил, нету. Сейчас вам покажу мою боль.
Смотрите на это чудо. Я его сюда переставила. Кошка сгрызла ему один листочек и второй. И вот такой вот. Хорошо не верхушку. А то бы было бы все. Я его переставила теперь на вот эту полку. Он стоял там. Вот, кстати, покажу, какая у нас сегодня погода. Никакущая. Тучки такие ходят. Вроде бы и нет дождя, но... Какие-то люди шарятся. Ну, погода не очень. С девчатами поели. Я вообще сделала вид, что поела. Надо идти в магазин. Что-то ничего такого нет. Но вот что-то непонятно. То ли брызжет дождик, то ли нет. А я тут села за Инстаграм и поняла, если я сейчас не схожу, потом будет совсем поздно. Завтра надо на утро что-то девчатам. Какие-нибудь... Не знаю даже, что я хотела. Думаю, может, булочек спечь. Но дома нет яиц. Если даже я их хочу спечь. Что-то холодно как-то. 115 градусов, все. Все, хожу, закрываю. В общем, даже если их печь, то нужно все равно идти в магазин. Так что нужно быстренько сходить и, правда, спечь булочек каких-нибудь, что ли. Ну, что-то такое. Я что-то видосик сняла. В общем, такие вот делишки. Так что все, собираемся и... Магазин. Идем с девчонками. Я не слушаю. Нет, не слушаю тебя. Идем с девчатами до магазина. Сейчас сначала на Валберес зайдем. Да, на улице, кстати, прохладненько так это. Но куртки у меня нет, и я взяла Лёнину джинсов. Она... А бежевая? Бежевая толстая. Ну, еще а рано. Что, не похудела? Нет, не похудела. Я в ней ползимы хожу, и сейчас еще как бы ее рано одевать. 15 градусов. Похудела. Ладно, умная девочка. Сейчас зайдем. В общем, у нас пришел музыкальный дневник. Варюшке завтра нужно его заберем. И надеюсь, нормальный будет. Я даже не знаю, как он должен выглядеть, если честно. Ну и не знаю, наверное, здесь тогда продуктов купим. Хотя я не хотела в это далеко идти нести. А нет, уже не. Ну хотя у нас сегодня 4 руки. Да ты ничего не несешь. Магазин. Ничего такого не взяли. Взяли пиццу на вечер. Это на завтрак, лепешки такие. Девчата со своими чипсами соблазнили меня, я себе вот такие взяла. Они взяли две вот таких пачечки. Потом взяла тунец, фасоль, красную рыбку, кофе у нас закончилось, сыр, кетчуп из холодильника. И авокадо. В общем, ничего не взяли на 2 с лишним тысячи. Это вообще... Да, мармеладки еще твои. Они просто вообще какие-то космические. Но я, правда, взяла всякой рыбки себе, чтобы не голодать. Это у меня постоянно мне нечем позавтракать или еще что-то. Или пообедать. Девчата-то курицу едят. Курица еще есть. Сейчас будем готовить пиццу. Есть план. Взяли какую-то рестор. Попробовать. Здесь она вкусная. Вот сейчас ее. Где у меня листочки? Тут я листочки делаю. Короче, фирма какая-то Рестория называется. Сейчас вот ее приготовим. Посмотрим. Я вообще захотела. Мне так понравились. И не только мне. Вчерашние приготовленные шампиньоны. Я хотела бы их приготовить. Но в Пятерочке не оказалось шампиньонов. А куда-то еще идти специально за шампиньонами. Ну, как-то желание так себе было. Поэтому будет пицца. У девчат еще шашлык остался. Они какими темпами они его едят. Еще можно даже на завтра будет оставить. Как всегда. Все очень медленно. Короче, пицца какая-то с моцареллой. Ой, малюсечка какая. Ну, ладно. На один разочек нам хватит поесть. Вообще, хотела сделать еще булочки. Но что-то меня лень. Посетила, и может быть завтра хотела сделать типа синнабонов. Корица у меня вроде есть, вот мне нравятся, которые синнабончики, особенно с заварным этим кремом, очень вкусненько. Но что-то лень меня обуяла. Я что-то за выходные не могу отдохнуть, еще какая-то слабость, прям вот вообще как будто я что-то делаю такое, хотя на самом деле никаких физических таких нагрузок у меня ничего нет. Так, все, буду ставить пиццу и готовить. Криворукая. Мам, у тебя камера включена. Все, мы собираемся. Надо было это оставить. Спать. Собираемся спать. Наушники не могла положить. Собираемся спать. Варвара помылась.
Я только сейчас поняла, что ты ни хрена не помылась. Так что все. Мы, да-да, завтра в школу, пораньше ложимся спать. Ой, вот это плохо. Завтра ранний подъем всем на учебу, на работу. Алена, как всегда, у нас еще за делами за всеми сидит. На английском. Никак не может доделывать вовремя, не научилась она. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока.